Всем привет, друзья мои, с вами Гусев Александр и добро пожаловать на Glafi Games. Сегодня у нас с вами довольно-таки интересный проект. Игра называется, это новая, сразу начну, Королевская битва под названием Spellbreak. Скачать вы ее можете в Epic Games, она бесплатная. А ключевое отличие от всех королевских битв, которые мы знаем, друзья мои, что здесь нет ни пушек, ни боеприпасов, ни военной техники. Полностью игра сделана в волшебном мире. Давайте с вами ближе познакомимся с этой игрой и посмотрим, как, насколько даже сильно мы можем оценить данный продукт. Я нажимаю кнопку «Начать» и погнали. Это первое знакомство. Буквально сразу делаю первый запуск в игры. Так, приветствуем в Spellbreak. Вы впервые играете в Spellbreak? Если у вас уже есть учетная запись, нажмите «Нет». У меня нет учетной записи. О, а можно как без этого? Ну, этот момент я вырежу. Так, значит, это будет у нас с вами краткий экскурс. Хорошо. Блин, чувствительность здесь просто дикая. Ну, допустим. Ну, допустим. Хорошо, ВАСД двигать, перемещаться. Хорошо, ты глянь. Ну, графика рисованная. Пока она напоминает мне Fortnite какой-то на минималках. Мышкой мы смотрим. Так, нам нужно добраться до точки. Ага, мы еще летать умеем. Ну, допустим. Допустим, мы умеем летать. Таинственный маг, отправляйтесь в отмеченную область. Да ладно вам, не такой уж я и таинственный. Все, я пришел. Меня зовут Авира Эмбердейн. Я тоже разрушительница обетов. Изгнанница, преступница... Преступница-маг? Я состою в ордене разрушителей обетов. Мы постоянно противостоим хранителям обетов. Сколько здесь обетов? А мы оберегаем наших разрушителей, а теперь начнем тренировку. Шаг первый из девяти. Порталы — самый быстрый способ перемещения по миру, но они весьма неточны. Ну, давайте проверим. А музыка такая... Властелин колец. Так. Левитация. Левитируйте с помощью спейса. Левитация расходует ману. Ее можно включать и выключать. Ну, допустим. Удерживайте, чтобы левитировать. Я умею левитировать. Все, я научился левитировать. Дальше. Шаг второй. У вас получается. Левитация помогает перемещаться по сложному ландшафту. Ой, промазал. Вы изгнали себя. Ого. Зачем я так с собой поступил? Так, я понял. Надо смотреть, куда ты приземляешься. Ты глянь, какой след остался. Блин, ну это смешно. Так, а пиромант сразу получает перчатку пламени. С ее помощью вы можете использовать заклинание «Огненный шар». Что? Как? Где? Куда? Сюда? А, все перчатки дают заклинание и волшебство. Заклинание — левая кнопка мышки, волшебство — Q. Ну, допустим. Вижу. Минус. Минус. Вот так. А теперь давайте поговорим о волшебстве. Ну, давайте. Так, значит, я стреляться огнем умею. Слушай, какие шары пускаю, а? Такие шары пускаю неплохие. Так. А чё по... подожди, я не понимаю. Детализация, тени, как странно все. Ладно, допустим. Удерживайте Q, нацелить на особое волшебство. Отпустить, применить волшебство. Бамс. Это огненная стена, ты прикинь. И вот время на восстановление. Бамс. А ну давай еще раз. В
всех троих. По всем целям. Хорошо. Теперь нацельте свою стену пламени, постарайтесь попасть по всем целям. Так я ж по всем. Я ж по всем из них попадаю. Я ж по всем попадаю. Так я ж попадаю, в смысле? А сколько раз мне так надо было сделать? А странно. Так, существует множество видов перчаток, и у каждой свои способности. Надев две перчатки, вы сможете объединять свои способности стихии. Это вторая перчатка, да, снарядить. Стихии можно сочетать, получая нужный эффект. Давайте попробуем. Так, нажать Е на цели второе волшебство. То есть у меня первое, второе волшебство. Это какая-то бомба, да? Судя по всему, кислотная. Я могу еще подкидывать, да? А потом бас. Отлично, ядовитое пламя — это смертоносная комбинация. Ага, то есть мы здесь еще и объединяем. Слушай, неплохо. Вообще даже неплохо, молодцы. Руны дают особые боевые умения, связанные с движением и восприятием. Хорошо. Снарядите. Активируйте руны, выбрал. Активировал, выбрал руну. Активировал и выбрал. Так, активировать руну. Навык пока недоступен. Это мы типа врагу видим, да? Ну иди сюда. Минус. Шаг пятый завершен. Хорошо. Еще чего-нибудь покажем. В HoloLens вы обнаружите свитки разума, тела и духа. Выбранные таланты улучшаются, когда вы читаете свитки соответствующего типа. Разум, тело и дух. Хорошо. Scroll of the Mind. Так, это свиток разума. Раз. Это что было? Свиток тела, и это свиток духа. Свиток духа придает бодрость и повышает скорость бега. Ага. Примените основное заклинание. Изгнание врага оставит после себя найденный свиток. Прочтите его. Это типа они лут оставляют. Хорошо. И... Используйте различные таланты своего класса, чтобы добиться победы. Так, ну допустим. Снаряжение и другие предметы можно найти на земле в сундуках после победы над противниками. Скорость бега. Максимальная броня. Максимальная броня. Хорошо. Блин, ну это довольно-таки прикольно. Еще. Вот, держите улучшенное снаряжение для моих разрушителей. Только высший сорт. Максимальная броня плюс 40. Эпические сапоги, редкий амулет. А, вот вижу. То есть у меня снизу нижний левый угол. ХПшечка. Станина и вот эта вот броня. Блин, прикольно. Также вы можете восстанавливать здоровье и броню. А вы же надели пояс? Пояс? Это типа специально мне сейчас коснули, да? Один. В карман.
А вот пьем поглощение. Это мы хп-личку восстанавливаем. Это мы хп-усечек восстанавливаем, допустим. Типа блок поставили, стена. И броньку пополнили, да? Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть мы пополнили броню. Связь и командная работа — ключ к успеху. Чтобы победить, работайте в команде. Это мы знакомимся, да? Привет. И как мне с тобой поздороваться? Отряд поможет вам добиться победы. События не всегда развиваются по плану, если вы не можете защитить своего друга. Ну, я хочу защитить своего друга, френдли. Возродить. Так, хорошо, тут можно возрождать. С такими механиками я знаком. Открыть карту. Карта есть, допустим. Карта есть. Это мы типа телепортируем. Ой-ой-ой, хорошо. Молодцы. Неверный пункт. А куда мне? На полигон. Неверный пункт, значит, откройте карту и используйте портал, чтобы отправиться на полигон. Вот сюда? Ага. Потрясающе. Как удачи, максимум старания, и вы станете знаменитым магом. Можете пользоваться полигоном. Удачи, разрушителя бед. И что мы тут делаем? Тогда встречаемся. Вам все сделали. А ну тихо, сейчас хочу комбо попробовать, подожди. Сейчас пополнится, комбо попробуем и сваливаем отсюда. Так, 3, 2, 1. Все, погнали, значит первое, так. И потом так, о! Хорошо, это можно просто заплевать. Все, нормально. Так, выйти в главное меню. Все, прокачку мы прошли, допустим. Давайте с вами каточку попробуем. Поздравляем и приветствую вас, разрушителя бета. Выберите свой первый костюм, но делайте это с умом, потому что выбрать другой не получится. Не переживайте, другие костюмы будут доступны позднее. Блин, какие же вы все тут одинаковые. Ну, давай девочку с синими волосами возьмем. Она маленькая, компактненькая будет. Мне будет тяжелее попасть. Вы точно хотите выбрать этот костюм? Да. В смысле? Я не хотел брать уголька! Ладно. Пусть будет бобски. Обучение прошли. Играть, собственно говоря. Так, ребята, извиняюсь. Были какие-то технические неполадки. Не знаю, клюкануло оно, короче, так жестко. И мне пришлось перезайти. Ну, собственно говоря, мы вернулись. Тренировочку с вами прошли. И давай, отряд. Battle Royale, обучение. Соло давайте возьмем. Так, выберите класс. Лезвие ветра, ударная волна, фаербол, разряд молнии, ледяное копье. Лезвие ветра, торнадо, либо же ударная волна и камнепад. Разряд молнии. Кстати, давай разряд молнии возьмем, довольно-таки неплохо. Скачок силы, перегрузка. Ну ладно. Давайте с вами перчатку молнии возьмем, а там дальше посмотрим. Вторую, какую найдем, такую найдем и будем уже смотреть. Как оно и с чем. Ну давай, игра, не подведи меня. Так, ожидание игроков. Погнали. Ну, так, пахает это, конечно. Сейчас, подожди, проверим кью. Так, это где мы будем? Давай сюда. Давай сюда телепортнемся. Или Lowland Outpost. Ну, давай сюда. Lowland Outpost. Полетели, увидишь, первый тип, а за ним летим. Сразу за этим летим. Так, в воздухе стрелять нельзя.
Тихо, летим за ним. Сразу его надо будет вырубать. Тихо, вижу. До свидания, спатеньки! Блин, такая же перчатка у него. Ой, по мне уже наяривают. Тихо. Тихо, он рядом. Ты сюда маленький. Нравится, блин? Разряд тебе, Шокер Фейс! До свидания, блин, сынок. Подумай над своим поведением. Так, вторую перчатку взяли, хорошо. А сколько всего игроков-то в игре? Так, двух убил, 32 еще. Ладно, идем в зону. Будем ящики открывать, смотреть. Мое имя Шокер Фейс. Помните, откуда это? Так, открыть, медиум чест, средний сундук. Это какая? Сапоги. Тихо. Тихо, наяривает. Свидание, блин! Воитель! Тихо, быстро хпшечку подсасываем. Тихо. Главное, чтобы никто на нас не попал. Еще бахаем. Нормально, да, комбо? У меня ветер и как бы молния. Тихо, все забираем. Мне перчатка это нужна. Так, на перчатке все, хорошо. А броня, подожди, это что? Редкая руна пружина. А это? Обычная руна телепортации. Нет, говно. Необычный пояс. Один. О, пояс. Нифига себе, броня сразу. Все, пах-пах. Так, все, лутаемся. Подожди, нам в зону надо. А, до зоны далеко. Поэтому идем. Зелье забираем. О, редкий пояс. Это же лучше? Необычный пояс, а у меня редкий пояс, значит, у меня лучший пояс. Блин, ребята, я уже жду, если вам зайдет эта игра, то... Малый осколок брони. А что, это инвиз? Все, я понял. Ушли в инвиз, короче, и все, и начинаем бах-бах-бах-бах-бах-бах делать. Так, хорошо, пока все понятно. Точнее, ни хрена не понятно, как редкие сапоги. Это ж плюс скорости. У меня уже редкий пояс, редкие сапоги. Но самое эпичное, это, по-моему, фиолетовое будет. Тихо, я кого-то вижу. Показалось. Тихо, там бахает. Там кто-то наяривает. Там кто-то наяривает хорошенько так. Давай, давай, наяривай. Гитара семиструнная. Ну, на самом деле, такое себе. Даже в Fortnite, если там и то мультяшная графика, она... Тихо. Вот там, фигарится, видишь, слышишь? Я их уже вижу. Тихо. Давай понаблюдаем, кто кого. До свидания, сынок! Тихо, подсосали. Сваливаем. Тихо, подсосали. Подсосали. Это же быстро положит. Блин, ветер нифига себе фигарит. Хорош маленький. Thank you.
Надо выходить отсюда срочно. Все, в инвиз уходим. Блин, это зона так была сделана. Я думал, ты какой-то прикол сделал. А я думал, это какой-то прикол, а это типа зона. Тихо, наяривай. Давай, малыш. Иди сюда. На, блин, бомба! До свидания! Лежать! Тихо, устрелил. Скорость бега, чик, эпический. Эпический предмет. Это что за перчатка? Эпическая перчатка пламени. По-моему, урон у нее будет, да? Вы понимаете сами какой. Блин, а ничего, никаких подсосалочек нету. Блин, 8 человек осталось. Короче, вообще никаких подсосалочек нету, хпшечки. Брони нам минимум. Минимум-минимуму. Сказали ему, папара-папап. Так, хорошо, смотрим. Сейчас нужно очень быстро зарегенить хпшечку. Тихо, пошел. Убиваем. Так, мы в зоне? Все, ребят, мы в зоне. Ищем, ищем, короче. Стыкаться нам нечего. Это первая игра, первый раз зашел. То есть все, смотрим, что с чем. Так вот, по поводу графики. Даже в том же Fortnite она лучше сделана. Здесь как-то... как-то не то. Как-то не то. Так, пламя и молния. Надеюсь, это топовое. Так, у меня инвиз, кстати, есть, если что. Я надеюсь, здесь инвиз нормальный. То есть, если ты ушел в инвиз, то значит, тебя реально никто не заметит. Че, в крысу поиграем? В пабгера посидим где-то? Да ладно, если нет смысла. Вот если я перед врагами тоже вот такой, ну, вот такой, как я сейчас, то это фиговый инвиз, ребята. Я вам скажу так, он мне ничем... не поможет. О, тихо, там поле какое-то. Там кто-то регенится. Там кто-то регенится, тихо. Новый уровень. Что это? Ладно, фиг с вами. Я лучше в зоне побуду. Так, ну 6 игроков осталось. Я 6 забил. Я не знаю, какая здесь тактика у ребят. Я не знаю, какая здесь тактика у ребят. А вон, вижу, побежал. Тихо. Тихо. Вижу одного. Тихо. Лежать, сынок, ты чё? Работают маги. Так, подожди, эпическая, это что? Эпическая руна перышка. Перышка, ну давай перышка возьмем, не знаю. Эпическая перчатка пламени. У меня уже такая есть. Так, и пусечку подсосем. Ну все, будем ждать, значит. Чё нам остается-то делать? Будем ждать. Что это здесь? Приближается буря. Ты же как бы в зоне. Вот, и графика еще похожа на Valorant. Но Valorant мне вообще не нравится. Поэтому, друзья мои, такое пока. Неопределенное. Но опять же говорю, если вам понравится, друзья мои. Если видосик наберет 100 лайкосиков хотя бы. Скачивайте игру с Epic Games. Мы будем с вами объединяться в отряды. И будем всех терроризировать. Эпическая перчатка ветра. Давай лучше эпическую перчатку ветра возьмем. Ветер и молния. Пах-пах-пах-пах-пах. Пах-пах-пах-пах-пах. А где все ныкаются? Они что, в натуре ныкаются? Ребята. Да ладно, не позорьтесь. Давайте уже один на один выйдем.
Вот, я что-то ляпнул, игра была, ну, типа, мне так показалось, что она на доту похожа, но нифига на доту не похожа. Она намного проще, чем дота. Здесь довольно-таки все, в принципе, у тебя есть перчатки. Перчатки — это твое главное оружие. Есть 5 стихий. Каждая перчатка со своей стихией, и, ну, в принципе, все. Есть руны, броня эпическая, легендарная, обычная. В этом просто надо раздуплиться. Хотя, что тут даже раздупляться? Все самое эпическое собираешь. Зелье, чтобы у тебя с КПшечкой было. Мне кажется, защитить тира. О, тихо, один на один. А, мы уже один на один стали? Все, мы с типом один на один. Я думаю, он в замке ждет. Ребят, как думаете, где он? Выходи, подлый трус! Тихо, слышу. Понимаете, тут кто первый кого заметит. У меня броня слабая. Изгнание 8, 956 урона и бобский на коне! Помощи 0, нам не надо помощь. Первое место. Ну что ж, друзья мои, это был первый обзор на прохождение, даже не знаю, как это назвать, Королевская битва. Сразу мы с вами взяли первое место, что... неплохо довольно-таки. Поэтому, опять же повторяюсь, если игра вам понравится, у вас будет желание вместе поиграть, буду рад. Прожимайте палец вверх, подписывайтесь на Глафи Геймс, чтобы ничего не пропустить. Берегите друг друга. Любим, целуем, обнимаем. Пока-пока.